Ваня Паскуале сидит, но уже нет, не успел подняться. И это Тему Хартикайнен. Пас на синюю линию, бросок к воротам, добивание и гол. Тему Хартикайнен. 20 секунд осталось. Ништяк. Ларсан Хартикайнен 2-1. Прочувствовал отскок этой шайбы и уже добивал ее в пустые ворота. Но она идеально отскочила для Хартикайнена. Бросок по воротам. И вот здесь шайба на пятаке. Все-таки гол. Главного финского бомбардира континентальной хоккейной лиги. Гранлунд прошла на Хартикайнена. Гол. Хартикайнен становится единоличным рекордсменом среди финских игроков по очкам в КХЛ.